С 1 января 2021 года вступает в силу федеральный закон, упрощающий процедуру получения жителями некоторых услуг. Если конкретно, их три. Все касаются помощи семьям с детьми. Это упрощение процедуры в части компенсации родительской платы в дошкольном образовательном учреждении. Это предоставление молодым семьям выплаты на приобретение жилья. И также предоставление семьям, у которых есть дети, тоже на приобретение жилого помещения. Уже через год с небольшим, обращаясь в госведомство, с вас не будут в обязательном порядке требовать свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и некоторые другие. Благодаря этим мерам родителям не придется стоять в очередях, собирать огромное количество справок по инстанциям, а значит, у них будет больше времени на то, чтобы заниматься семьей, детьми, личными делами. По закону документы могут предоставляться или не предоставляться именно по желанию. Если желания нет, учреждения будут взаимодействовать между собой и таким образом получать необходимую для них информацию. Сейчас проект распоряжения находится на согласовании у членов правительства республики. Но в том, что закон начнет действовать и упростит жизнь многим, сомнений нет. Анна Зубарева, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».